прошли долгий путь, друг мой. Через океаны, пустыни. Мы видели то, что сокрыто от глаз человеческих. В это сложно поверить. Конец близок. На землю наступают силы. Чаша Божьего терпения переполнена. Приближается судный день. Порожденные тьмой. Что за безумие? Это проклятие ада, посланное на нас черной ведьмой. Вы обвиняетесь в связях с дьяволом. Нет, постойте! Давай. Нет! Я Бэхман из Блейбрука. Твое имя легенда. Ты должен доставить ведьму в аббатство Северак, где будут разрушены ее злые чары. Это она-то ведьма? Что-то не похоже. Я заберу девчонку, но если обвинения ложные, я не позволю отправить ее на костер. Ты не такой, как все. Ты правда думаешь, что я ведьма, Бэхман? Не позволяй себя обмануть. Она почувствует нашу слабость. И использует это против нас. Ты не боишься меня? Правда? Они готовы к битве. Пусть встают в строй. Сойдутся полчища. Она обратит их друг против друга. Пришло время возмездия. Падут империи. Покончим с этим. И герой. Нам понадобится святая вода. Восстанет против тьмы. Николас Кейдж, Рон Перлман. Время ведьм. Томми, слушай, так далеко ты не уедешь. Вперед! Я завязал, Этли, ты же знаешь. Что тебе нужно? Мы можем поговорить. О чем? Твой братишка круто вляпался. Тумблер облажался, он сказал Парше на углу Уилкшир и Уодерли. Так и есть. Ты что, шутишь? 9024 Уилшир? Что? Этот? Берем инструмент. Ну и что там, Кип? Он взял заказ и облажался. И теперь ему кое-что причинили. Какой заказ? Угон. Большой угон. Что ты делаешь? Совсем придурок, эй! Через витрину? Ты что, мы же не каскадеры? Давай! Слушай, Драйков. Да? Машины пока конфискуем. Даже если их хозяин Том Круз. Кто заказчик? Чужак. Зовут Рэймонд Калитри. Мужик реально крутой. И этот Калитри, значит, наехал на моего брата? Наехал как бульдозер. Суэй, тормоза починила? Да, он запорол все четыре диска. Тот еще мастер. Прекрасно. На левом блоке смесь бедноват. Угнать за 60 секунд. Представляет. Джонни Блейз. Никто еще не замахивался на такую дистанцию. 300 футов от филдгола до филдгола. О чем вы сейчас думаете? Вы очень красивая.
повезло. Это не просто везение. Тебе помогает ангел. Может, вовсе не ангел. История гласит, что Джонни продал душу, чтобы спасти того, кого любил. Днем он был как все люди, а по ночам, когда главенствует зло, превращался в гонщика. Ты будешь гонщиком до конца твоих дней. Этого я не сделаю. Вот теперь нет выбора. У тебя должен быть шанс. Блэкхарт явится, чтобы превратить землю в активы, которая ему нужна. Держись подальше от тех, кого ты любишь. Оксан. Я тебе безразлична. Уезжай немедленно. Я никуда не уеду. Тому, кто продал душу во имя любви, дана сила, способная изменить мир. Я чую твой страх. Я обращу свое проклятие против тебя. Мотоцикл у него был суперский, языки пламени, все такое. Вместо лица, типа, горящий череп. Ты кого-то ищешь? Нет! Мне одному открыт путь в оба мира. Я призрачный гонщик. Призрачный гонщик. Ты цел? Да, только голова трещит, будто в огне, но это ничего. Рассказывай, что произошло. Что ты видел? Если я выполню ваши требования, вы меня из этого кресла не выпустите. Крис Джонсон способен видеть, что произойдет в будущем. А когда видишь будущее, можно изменить настоящее. Но у подобной силы всегда есть цена. Ты видишь, что произойдет в будущем? Только в моем будущем. Но ты исключение. Так далеко в будущее я еще не заглядывал. Ты должна уехать отсюда. От автора особого мнения. Я настаиваю, что экстренная ситуация требует использования всех ресурсов для захвата Криса Джонсона. Николас Кейдж, я видел все возможные концовки. Ни одна из них вам не понравится. Джулианна Мур. На кону миллионы жизней. Вы можете предотвратить катастрофу. Джессика Бил. Пожалуйста, только живи. Это уже было. Просто это пока не произошло. Что бы я ни делал, она каждый раз погибает. Она еще жива, как и все мы. Пусть так и останется. Возможно, вы знаете, что вас ждет в будущем. Да кто вы вообще такие? Но вы к нему не готовы. Даже не смей. Поздно. Даже если вы пророк. Скажи, что ты видел. Я совершил ошибку. Начинается. Давай! Сокровища невероятной ценности. Сокровища, из-за которых столетиями воевали тираны, фараоны, императоры, полководцы. Сокровища переходили из рук в руки, и их становилось все больше. В следующем столетии они тайком вывезли их из Европы и основали новое братство, названное обществом франкмасонов. Потом была война, и ко времени американской революции сокровища вновь были сокрыты. Вдруг они исчезли. Вы искатели сокровищ? Мы скорее защитники сокровищ. Сокровище миф? Я не желаю в это верить. Декларация независимости. Мы полагаем, что там есть...
Криптограмма. Код карты. Как вы догадались о наличии этой невидимой карты? Нашли надпись 200-летней давности. Она у вас с собой? У нас ее нет. Инопланетяне украли. Йена это не остановит, а украв декларацию, потом он ее уничтожит. Выходит, чтобы спасти декларацию, надо ее украсть. Что? Я украду декларацию независимости. Бен! Уходи отсюда! Уходи срочно! Он в эту авантюру и вас втянул? Против воли. А я доброволец. Кто желает войти в этот черный туннель первым? Добро пожаловать. Вижу, что тут у нас полно знаменитостей. 17 из программы «Добрый вечер», 2 из часа пик и 1 из момента истины. Но меня, джентльмены, это мало щекочет. У нас на борту свои правила, их надо выполнять. Совсем как в детском саду. Руки не распускать, рот не открывать. А если кому-то из вас захочется блажить, на вас найдется управа. Фу, пошел ты, легаш. Упакуйте этого фашиста. Испортил мне настроение. Правила надо выполнять. Да. Если будет хоть намек на базар, если кто из вас хотя бы пукнет мне вслед, предупреждаю. Ваши яйца тут же перейдут в мою собственность. Ты известный преступник, друг. Да, меня зовут Джонни 23. А, ты Джонни 23? Конечно, я тебя знаю. Ты был осужден за 23 изнасилования. Смотри, по одному сердцу на каждую из моих 23 сучек. Меня бы назвали Джонни 600, если бы знали правду. Это уже не так красиво звучит. Ушли двое, пришел один. Я не виноват. Мне можешь не рассказывать. Большинство убийств совершается по необходимости, я это знаю. Лишь великие убийцы убивают для наслаждения. Прекрати! У меня нет ничего общего с ними и с тобой. Вы все ненормальные. Так что заткнись. Это так, семантика. А разве нормально вкалывать каждый день в одном и том же офисе, чтобы вылететь оттуда лет через 50 и закончить жизнь в доме престарелых, надеясь умереть до того, как начнутся трудности с мочеиспусканием? Вот это тебе кажется нормальным, да? Ненормально убить 30 человек. Я считаю. Была девчушка, я вместо шляпы надевал ее голову и ездил. Сегодня день рождения моей дочки. Пожалуйста, оставь свои откровения при себе. Люмьер Пикчерс представляет. Питер, Бен, как ты, старик? Прекрасно, сэр. Простите, это Бен Сандерсон, а это Марк Несбаум. Конечно же, Несбаум. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада познакомиться. Мне нравятся ваши сценарии, особенно... «Залив свиней». Просто супер. На самом деле, я его не дописал. Получил кредит, а потом меня уволили. Жаль, мы, кажется, говорили по телефону пару лет назад. Мы с Марком тогда работали на MGM с Леди. Точно, вы по-прежнему на ICM? Нет, теперь я в 3 Star. Здорово. Ну что ж, передавайте тогда привет Майку. Обязательно. Он уже там не работает, но я позвоню ему. Я не могу больше помогать тебе. Это последний раз, обещаю. Сегодня мне нужны деньги. Здравствуй. Я потерял свои кредитки. Деньги будут на твоем столе завтра с утра. Слово скаута. Как дела у новенького? Слышал, ты заполучил Ричарда Гира? Да, звезд хватает. Слушай, ты болен? Это все, что у меня есть. Пожалуйста. Не пропивай их здесь. Хорошо, Питер.
Завтра утром я все верну. Не нужно, Бен. Будет лучше, если мы перестанем общаться. Так будет лучше. Поверь мне. Покидая Лас-Вегас. Вечерок начался с грохотом. Выстрел в грудь, продавец наркоты не столковался с клиентом. И все признаки того, что уикенд будет изнурительным на лицо. Жара, влажность, полнолуние. Я был отличным врачом. Порой я сам поражался тому, как быстро и ловко действуют мои руки. Но в прошлом году былая сноровка начала изменять мне. Все перестало ладиться. Ни одного спасенного человека за несколько месяцев. Мне бы сейчас пару спокойных дежурств, а потом пару дней отдыха. Женщина говорит ей в ухо за полсорока. Говорит ей плохо с сердцем. Шесть тайбой. Пустой туалет. Конечно, не штаны. Сильные ожоги. Пропустите. 5А. Господи, это мистер Бэк. Как всегда, последний этаж – проклятие. Он там. Мэри, дверь. Это мой отец. Мы смотрели телевизор, и вдруг он стал бить себя кулаком в грудь. А потом он закрылся в ванной. Я предложил вызвать скорую, а он сказал, не надо. Он давно перестал дышать. Я не знаю, минут 10-20. Нам объяснили, как оказать первую помощь, но... Вы ему поможете? Сделаем все, что можно. Даю разряд. Отойдите, пожалуйста. Еще разряд. Нет, прошу, хватит. Разряд. Не подходите. Папа. В прошлом году мне стало казаться, что духи покидают тело и уже не хотят в него возвращаться. И эти духи злятся, застряв с приходом смерти на полпути. Я понимал, насколько безумны подобные идеи, и все же верил, стоит мне обернуться, и я увижу, что папаша Бёрк стоит у окна, смотрит и ждет, когда мы уймемся. Воскрешая мертвецов. В мире больше 550 миллионов единиц огнестрельного оружия. По одному пистолету или автомату на каждого 12-го человека. Возникает вопрос. Что делать 11 остальным? Это новые скорострельные УЗИ. Огневая мощь в компактной упаковке. Что ты знаешь об оружии? Я знаю, что мне его всегда не хватает. Ты привез мне автомат Рэмбо? Первую, вторую и третью части. Настоящие деньги дает настоящая война. Сколько торговцев автомобилями учились ремеслу? Их товар с каждым годом все чаще подрывается на минах. У этих мин есть предохранители. Ты чертовски хороша.
Уппи, мы будем рады, если тебе понравится. Ты перевозишь оружие? Торгую. Кто-то оказался в нужном месте в неудачный момент. Никто не остановит кровопролитие. В том, чем я занимаюсь, нет ничего незаконного. Мне плевать на твой закон. Мразь. Он сказал, зло побеждает, когда за дело берутся добрые люди. С благими намерениями. Зло побеждает. Оружейный барон. Я за ним гоняюсь с тех пор, как стал агентом. У него нет совести. Он не знает раскаяния. Он стоит за многочисленными заговорами, политическими убийствами. В списке его преступлений чего только нет. Убийство, поджог, похищение, терроризм и прочее. Он самый опасный и гениальный преступник из всех, что я встречал. Годами я наблюдал за ним, следил. Внимательно изучал его. Я знаю все его повадки, его мимику, жесты. Я знаю его лучше, чем он сам. И, наконец, спустя столько лет, я нашел способ его поймать. Я сам стану им. Фильм Джона Ву. Режиссера «Сломанной стрелы». Джон Траволта. Николас Кейдж. Я готов умереть. Какой же ты все-таки зануда, Шон. Пойдем ко мне в команду. Взорвем что-нибудь. Так веселее. Без лица. План Б. Просто убьем друг друга. Восемь тридцать пять, канун Рождества. Джек Кэмпбелл еще в кабинете. Это в твоем стиле, потому что ты думаешь только об одном. О деньгах. С Рождеством. Самый необычный подарок на Рождество. А что нужно тебе, Джек? У меня все есть. Подарок, который нельзя купить за деньги. Мы уже проснулись. Нам нужно открыть наши подарки. Путешествие в иную реальность. Извините, вход только для постояльцев и гостей. Это рождественская шутка? Послушай, у тебя много дел. Тебе немного за 30, у тебя дом, дети, денежные обязательства. Ты думаешь, что это не та жизнь, о которой я мечтал? И кто просил Санту делать такие подарки? Должно быть, я пил это каждый день. Николас Кейдж, Тео Леоне. Семейное счастье дороже всех денег мира. Ты пропустил Рождество, Джек. И вы в это верите? Семьянин. Это государственная тайна, господа. Любое разглашение третьим лицам преследуется по закону. Его зовут Джон Мейсон, гражданин Великобритании, заключенный в Алькатрас в 62-м. Бежал в 63-м. Великобритания и штаты от него отреклись. Его не существует. Тайна рано или поздно становится явным. На Алькатрасе взяли заложников. Заложников? 81 турист. На скалу теперь возят туристов? Тот, кто должен был защищать,
стал величайшей угрозой. Батарея ракет с газом VX уже готова нанести разрушительный удар по населению области залива Сан-Франциско. А тот, кого предали, стал единственной надеждой. Поговори с ним. Я? Да. Здрасте. Я агент ФБР. Я Стэнли Гудсмит. Ну, разумеется. Хотя бы имя вспомнил. И теперь спасать город от катастрофы. Вы даже не представляете себе мощность этого вещества. Значит, ты пойдешь с нами. Будет человек, не знавший боя. Химик недоделанный. Вообще-то, недоделанный суперхимик. И человек, бывший в заключении 30 лет. Покажи на плане. Не могу. У меня план был в голове. К счастью, есть вещи, которые не забудешь. Да не бойтесь, когда-нибудь вспомню. Дон Симпсон и Джерри Брукхаймер, продюсеры «Лучшего стрелка» и «Багрового прилива», а также Майкл Бэй, режиссер «Плохих парней», представляют. Вот мы и на скале. У нас гости. Шон Коннери, ты точно справишься? Постараюсь. Постараешься? Одних стараний для победы мало. Ага. Николас Кейдж. Слушай, я простой биохимик. Вожу Вольво. Бежевую. Так что, может, все-таки отстанешь от меня? Эд Харрис. Огонь. Будем стоять, как скала. Скала.